Ну что, друзья, поняли, кто теперь судья? Лев Карпов, один из лучших стилиаторов футбольного фристайла. Ну что, Влад Кустиченко, чемпион Беларуси. Поехали. Не размялся, не размялся. Нужна поддержка. По-моему, зрители не размялись вообще. Может быть, вы знаете, что в Беларуси недавно прошла деноминация. Раньше они все были миллионерами. Теперь номинал чуть поменьше, однако эта стоимость трюков, она остается миллионной, поэтому давайте поаплодируем. Я только что выиграл Kill the Beat. Вы не считаете? Я? Какой из нас? Вот только что. Но у нас на сцене пока что один из главных охотников за питанием вообще в мире. Алексей Жураховский, многократный победитель чемпионатов Украины, чемпионатов России, как это ни странно. Вот, и несмотря на всю эту политическую историю, вообще без разницы, на самом деле спорт объединяет, поэтому, друзья, дайте шуму! Жураховский! А теперь немножко футбэк фристайл. Может, все-таки футбэк фристайл? Или футбольный? Сет-лист диджея выучил. Нет, друзья, давайте поаплодируем. Пара моторов.